МИД Казахстана отреагировал на инцидент в Южной Корее. Как прокомментировал руководитель пресс-службы ведомства Нурбек Алмашев, к поискам правонарушителя уже приступило Министерство внутренних дел Казахстана. Местонахождение его пока остается неизвестным. Министерство иностранных дел знает о произошедшем инциденте в Республике Корея. По известным на данный момент сведениям, гражданин Казахстана действительно совершил наезд на ребенка и скрылся с места происшествия, оставив жертву на дороге. По имеющейся информации, сейчас этот человек скрывается на территории третьей страны. Его местоположение мы не знаем. По линии правоохранительных органов в настоящий момент ведется его поиск. В случае его задержания вопрос будет решаться в рамках правового поля.